Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Начнем, пожалуй-ка, мы с тобой с ивента. Сейчас немножко заработаем с тобой денег. А может быть даже и какие-нибудь новые растения. Такое тоже может быть. Так, боулинг. Поехали. Так, нам нужно с тобой вот эти вот надгробия как можно быстрее уничтожить. Давай сюда, наверное, поставим с тобой, да? Спасибо большое за удобрение. Уж лишним точно не будет. Хорош, хорош, хорош. Такая орда прет уже на меня, а? Так, если мы с тобой легко пройдем первый этап, я думаю, что мы с тобой повторим, да? Чтобы заработать еще немножко денег и еще немножко каких-нибудь растений. Так, смотри, вроде неплохо все получается у нас. Еще одно удобрение получили. Так, архаровцы бегут. Чего там? Мне показалось, что гаргантюа. Мне не показалось. Так, срочно, срочно бомбим. Да блин, мне нужно, чтобы вы уничтожили вот этого хламона. Есть контакт. Мы его подбили. Давай срочно ставить луковицы боулинг. Пускай они тут разбираются с ними. Кстати, последняя волна сейчас. О-о-о-о, как-то я так... А, все, завалили. Зомбариху чуть было не пропустил, видишь? Было. Так, еще один, да? Шитик идет. Ну что, давай тогда также с ним разберемся с помощью наших супер-пупер удобрений и наших луковиц боулингов. Так, не надо бросать. Он все-таки подбросил, да, этого ханорика своего мелкого. Слушай, ну я тебе скажу одно. Прошли мы здесь на изи. Так что есть смысл повторить. Ну, вначале заберем награду здесь. Оу. Как его там? Пуфбал. Пуфбал и... Ну, и 1000 голды. Слушай, ну зато 6 пуфбаллов, я думаю, что есть смысл пройти еще разочек. Но посмотреть придется, конечно же, рекламку. Ну что, друзья мои, по повторчику, как говорится, да? Слушай, ну луковицы здесь очень даже хорошо себя проявляют. Особенно то, что вот у них луковицы рикошетят между надгробиями, да? Они довольно быстро их уничтожают. Так, давай, наверное, вниз сюда поставим, да? Сегодня поиграем с тобой немножко на арене. И, может быть, пройдем какие-нибудь события. Глянем, что там будет вообще у нас доступно. Так, подожди, вот этот мне не нравится. Его нужно подбить как можно быстрее. Так, его подбили, отлично. Слушай, такое впечатление, что они у меня прокачанные, эти луковицы. Но на самом деле нифига подобного. Так, смотри, сколько там идет наверху. Эй, тихо, олухи, куда вы собрались? Такой армадой. Что-то мне это не нравится. Давай поставим, наверное, еще сюда с тобой электрокамыш. Ага. Смотри, что творит. Смотри, что происходит. Ну-ка. Не даем этим зомби пройти к нам. Так, один гаргантюа подбит. Удобрение выпало. Слушай, я думаю, что здесь пройдем. Последняя волна. У нас с тобой 4 удобрения есть. И я могу спокойно их юзать. Погнали. Так. Не надо. Опять он своего этого голодранца бросил, а? Поджарили его. Замечательно. Слушай, ну сейчас у нас будет с тобой еще 1000, да? И будет, в общем, 6000. Так. Темная катапульта, пуфбал и 1500 голды. Неплохо. Так, ну что? Теперь мы сходим... Да, надо, кстати, заглянуть на огород. Посмотреть, что у меня там вообще происходит. Давненько я здесь не был, давненько не заходил, так что... О-о-о, как все запущено-то. Давай все это быстро польем с тобой. Блин, когда же я все-таки использую вот эту вот, ребят, кувшинку, а? Лист кувшинки, вот кто мне скажет? Свекла у нас с тобой есть, да? Гриб. Заморозка. Так, ну что, предлагаю сходить на арену. Возражения есть? Я думаю, что возражений никаких не будет. А, мы же еще с тобой, кстати, не закончили с Пенни Пурсуит. С Пенни Пурсуит. Ну-ка, что у нас здесь? 6-й уровень. Кстати, можно вполне сюда пойти. Давай, поехали.
С удовольствием здесь повоюю. Так, мы с тобой деремся против корабля, да? Ну и корабли, естественно, зомби. Слушай, а что это такое? Что это? Я не могу понять. Набор очков за перк? Какой-то бред. Я, наверное, возьму все-таки вот это вот халапеньо. Думаю, оно мне здесь... А, вспомнил. Только единственное, я не понял, в чем здесь прикол, друзья мои. Халапеньо здесь вообще не нужна, если честно. Я лопухнулся в очередной раз. Что же тут нужно? Смотри, вот у нас растет с тобой какая-то шкала. И она уменьшается. То ли мы не должны тут пропустить, то ли что. Мне как-то немножко не ясен. А, все, я, кажется, понял. Друзья, мы должны с вами подбивать зомби, чтобы эта шкала у нас наполнилась. Но она постоянно уменьшается. Ха! И как интересно мне это сделать. Как мне успеть ее накопить? Чем больше зомби мы с тобой роняем, тем быстрее шкала это растет. Я, судя по всему, взял не тот перк. Мне кажется, не тот нужно было. Не халапеньо, это точно. Ладно, у нас с тобой еще будет одна попытка. Мы с тобой попробуем перепройти. А какой же здесь? Гравитация, что ли, нужна? Хм. Даже я тебе и не скажу, если честно, что нам тут лучше всего зайдет. Пока будем просто с тобой стрелять. Пока будем просто с тобой стрелять. Все, что летает, будем с тобой подбивать. 9200. У нас еще, по ходу дела, здесь какое-то количество очков должно быть определенное, да, накопиться. Видишь? А, X1. То есть X2 и так далее. Это будет как усиление, да, скорее всего. Блин, ну это последняя волна, друзья мои. Я вряд ли здесь что-то успею сделать. Еще пушка так долго перезаряжается, вот эта вот кокосовая. Наверное, потому что она у меня не прокачанная. Была бы с прокачкой, ох, мы бы тут вжарили бы. Ну давайте, ну. Давай здесь бомбанем с тобой. Теперь здесь... Пушка, не надо, не надо стрелять, ты сейчас промахнешься. Давай вот тут вот. И вот тут сразу вжарим. Воу-воу-воу, сколько их тут, смотри, как голодранцев этих летит. Просто куча, просто куча. Ну, я здесь проиграл, друзья мои. Это как пить дать. Ничего мне здесь уже не поможет. И вот этот вот перк халапеньо совсем-совсем здесь бесполезен. Ну, просто бесполезен, и все. Не успею я накопить, к сожалению. Вообще, я не знаю, как это вообще тут реально сделать. Ладно, фейл. Так, мы с тобой что? Мы потеряем только энергию, верно? Верно. Так, давай подумаем, что нам тогда сделать. Может быть... Может быть, если халапеньо не прокатывает, гравитация? Как ты думаешь? Давай попробуем вначале пройти вот здесь вот. Раз здесь не получается у нас. Хотя бы первый уровень и посмотрим, что и как это работает здесь. Накопить 60 тысяч очков, да? Я так понимаю. Какая-то заморозка. Вот давай гравитацию с тобой возьмем. И посмотрим, будет ли от нее здесь толк. Ну, где эти волхи? Вон они летят. Летят птички, да, наши? Невозмутимые, так скажем. Давай, окей. Как она долго перезаряжается. Ну, серьезно, тебе говорю, посмотри, полюбуйся. А, здесь нет никаких условий у нас. Так это круто. Мы что, с тобой просто должны по ним бомбить и все, и делов-то на копейку. Как скажете. Так, куда? Ать, подбил. А мне бы X2 получить было бы прикольно. Ну, я не успеваю эту шкалу накопить. Я ее просто не успеваю накопить. Ага. Что-то... О-о-о, один полетел куда-то там. Только на одного действует, да? Это гравитация. Не на всех. А было бы прикольно, если бы все улетели. Так, двоих подбили. Пушки, пушки, перезаряжаемся быстрее. Давай сюда вот. Ну... Готовы. Так, ты-то, хлопчик, куда? Эй, полетел, до свидания, парень. До свидания, родной наш зомбарь. Но, пушки.
Как же долго, а? Как же долго вы перезаряжаетесь? Не могу, прям меня аж нервирует, серьезно тебе говорю. Нервирует просто. На тебе. Там еще один улетел куда-то в космос. Зомбарь. Да, наверное, из-за того, что не прокачано у нас, поэтому урон минимальный. Хотя, по идее, кокосовая пушка, она сама по себе очень-очень мощно должна бомбить. Но не в моем почему-то случае. Так, антигравитационный перк. Полетел, чувак. Чувачок, как говорится, улетел, да? Ну? Так, у нас Х2. Только что было Х2, и опять Х1 стало. Зашибись. То есть, постоянно нужно как-то это все держать в тонусе. А каким, извините меня, образом? Наверное, как можно больше зомбарей подбивать, да? Вот Х2 опять, видишь, Х2. И сейчас будет хоп, опять Х1. Да, тяжело так сделать. Это пушки должны работать просто одна... Ой, не туда. Одна за другой срабатывать. Так, интересно, я сфулился или нет? Блин, я не пойму, как это работает. Друзья мои, хоть что-то и делай, я не могу понять, как это должно работать. Как я должен набрать себе 70 тысяч очков? Что это за бред такой? Ну ладно, раз мне не везет здесь, я думаю, повезет на арене. Так, что такое? Спасибо, говорит орех. Да не же что. Так, ну что, у нас здесь, как всегда, пуф-бал. Нам нужно с тобой получить 10 корон, чтобы мы смогли заработать 50 гемов. Ну чё, поехали? Так, ну что, друзья мои, первый бой. Если честно, я забыл, кого здесь нужно брать. Возьму вишневую бомбу. Так. Лаву-гуаву возьмем. Мину. Так, а если мы вот так сделаем? Ага. Вот, моя старая, как говорится, команда. Попробуем ей. Попробуем именно ей. Так, давай выставлять везде мины. Мы же, по-моему, так с тобой делаем обычно, да? Так, миночки выставляем с тобой здесь. Так, подсолнухи я не брал, потому что они здесь как бы и не нужны, если честно. Давай возьмем, наверное, с тобой Дейзи и поставим сюда. Ну что, let's rock! Ну, так, идут книголюбы. Точнее, газеткалюбы. Так их будем называть. Опа, опа. Оппонентик-то меня переплевывает, ты посмотри. Как же это так получается-то, а? Скажи-ка мне на радость. Нет, 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 не стоит похищать мою энергию, не надо. Сделаем вот так. Естественно, друзья мои, везде поставим Дейзи. Так, я... Нет, я пока проигрываю. Так, листочек. Ну и куда вы тут? Чего вы прилетели мне здесь, а? Охламоны несчастные. Давай плодить наших картофельных мин. Паф, пускай там стоит. Дейзи, Дейзи, Дейзи. Обязательно Дейзи нужно, чтобы они, ребят, здесь активно бомбили. В два рядка желательно, да? Видишь, этот идет с микрофоном, чудило. Сейчас тут начнет. Ничего, он уже не начнет, мы его побили. Давай в атаку. Тут похитил, гаденыш, у меня энергию, а? Ты посмотри, что творит. Кстати, ты ничего не замечаешь, что тут у нас зомби, оказывается, стоят уже на пороге. На пороге дома Дэйва. Ха, жучары. Так, нам не нужно пока это использовать. Слушай, наверху проблемы, ребят, наверху проблемы. Успели подбить. Ну, оглушили на время. А, вообще-то уничтожили на самом деле уже. Так, я ставлю сюда мину и вот так, ребят, ее. Опа. Согласись, это было круто. Так, паф. Давай сюда, вставай. Дейзи поставим сюда. Так, скоро сейчас должны уже пойти эти прыгуны у нас. Насколько я помню, да? Насколько я помню, они должны быть здесь. Так, давай еще, наверное, с тобой Дейзи влепим. Чем больше, тем лучше. Вот так. Мину. Так, сюда. Пафбал. Дейзи, 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 я на вас... рассчитываю, блин, кстати, оппонент от меня не отстает, ты заметь. Прямо нога в ногу идем. Блин, а вот это вот не в тему.
Вот это было не в тему, друзья мои. Зачем зомби этот чертов пробежал, а? Скажи мне, зачем он пробежал? Надо пафа выставлять почаще, потому что он станет зомбарей. Так, вот эту вот фигню побить. О, так, ну пока лидирую. Пока, 19 секунд, ребят, нам нужно продержаться с вами. А у вас что-то не стало? Если продержимся, то победа будет за нами. Если нет, мы сфейлимся. Так, 10 секунд. 10 секунд, друзья мои. Есть. Ты прикинь, разрывчик-то был совсем никакой. Так, смотрим, что он применял. Ну, смотри, он в основном... Ну да. Халапеньо, мины. Такие мины и... Вишневую бомбу. Хм. В общем, мы с тобой получили перчатку. Так, давай прикинем. Раз, два, три, четыре. Попробуем дойти вот до этой пиньяты. Как думаешь, получится, а? Слушай, а если мы с тобой сейчас тоже возьмем и будем применять чисто мины? Как бы неплохой вариантик-то, в принципе, да? Согласись. Так, сейчас мы с тобой будем драться за 4 конфеты. 4 конфеты, нам нужно 100 конфет, чтобы приобрести новую мету. Играем против Фрэнси. Играем против Фрэнси. Так, давай-ка поставим свою команду нашу. Вот я Дейзи не хочу менять. Вот этого можно, в принципе, заменить на халапеньо, да? Вот этого вот. Как вариант. Давай вот так вот сделаем. Остальное меня, в принципе, вполне даже устраивает. Даже очень устраивает. Так. Выставляем, как всегда, наши мины. Лучше, наверное, вот здесь вот... Хотя вот здесь не стоит, потому что, ребята, они... Первый зомби появился, а те еще не вылезли и получают урон только первый. Остальные все выживают. Лучше вот подальше, на самом деле, вставить их вот здесь вот. Все, я готов. Поехали. Отлично. Ты еще не забывай, что здесь будут парашютисты. Угу. Бам-бам. Классно. Так, и сразу же выставляем Дейзи. Сейчас бумкнет. Шикарно, просто шикарно, ребята. Так, поставим сюда, кто там у нас? Ага, рок-н-ролльщики, да, бегут? Это все с тобой надо вырубать. Сюда выставляем Дейзи. Пускай они пока бомбят здесь потихоньку. Сделаем вот так еще с тобой. Можешь взорвать тут все к ядрене фени. Бумс. Капитальный разнос. Давай так сделаем. Сюда этого поставим, нашего пафбала. Тут еще вот так вот вырубим это все дело. Давай, мина, давай, родная моя. Плодись и размножайся. Окей. Куда? Вот куда вот эти вот шипзики бегут? Вот объясни мне. А этот куда побежал? Куда он побежал? Куда, я тебя спрашиваю, ты побежал, а? Разогнался-то как, а? Быстро, шустро. Ну, упал. Замечательно. Так, халапеньо сюда вот применим. Дейзи. Так, я даже не успеваю посмотреть, что у нас там по очкам. Пока все хорошо. По очкам у нас все шикарно. Так, да у нас что, последняя мина осталась? Серьезно, что ли? О-о-о, как все запущено, друзья мои. Последняя мина. Ну, я на это не подписывался, если честно. Так, Дейзи. Слушай, прикинь, если тут поставить целый ряд этих Дейзи. Ну, это будет, наверное, круто. Вот куда этот гад прибежал, а? Смотри, он сейчас будет все растения мне уничтожать. Давай так сделаем. Отлично. Упс. Упс, проблемки. Друзья мои, проблемки у нас. Давай, давай, отлично. Того зомби подбили, нормуль. Держимся, 46 секунд, друзья мои, 46 секунд. Давай вот так вот, наверное, поставим сюда его, да? Дейзи влепим сюда. Этот все рвется в бой. Давай так попробуем. По барабану ему. Вот техника-то, а? Живучая какая. Так, куда применить? Лучше вот сюда, да, наверное? Замечательно.
А этот все стоит. Не ломается. Вот эта вот машина. Смотри, что у нас тут получается. Просто облаки этого газа идут. Этот даже шелохнуться не может, бедолага. Так, друзья мои, мы с вами в отрыве. Ну, разница такая маленькая, ты посмотри. Всего в 15 тысяч. Что он делал? Так, он применял мету. Угу. Чертополох плюс бонгчой и обычный грохострел, но 9 уровня. Хоу. Я даже удивлен, что я здесь выиграл. Так, друзья мои, мы получили с вами 4 конфеты. Ага, и 50 гемов. Слушай-ка, а там же у нас следующий приз. 20 пинет? Я ничего не попутал, ну-ка. 20 пинет. Ну, это нужно получить еще 30 корон. 30 корон. Так, 5. 5 и 5, 25. Ай, чуть-чуть не хватит. Чуть-чуть нам не хватит с вами. Ай, фиг с ним. Хотя бы здесь с тобой заберем, да, все эти пиньяты, надеюсь. Ну, у нас с тобой сейчас очень много гемов, поэтому мы можем позволить себе ошибку. Факелия против нас. Давай вот так вот сделаем. Вполне мне команда вот эта понравилась наша. Надеюсь, я вас не утомляю этими, как говорится, аренами. Потому что, в принципе, здесь все абсолютно одинаково. Но мне что-то нравится. Ну что, пускаем вход. Пускай зомби бегут. А мы с тобой сейчас будем... А что мы с тобой можем сделать? Пока абсолютно ничего. Пока просто тупо ждем. Так, сюда поставим мину. Вообще козырно. Так, сразу пафбал пускай стоит там, да? Слушай, он как бы замедляет, но не особо долго, да? Вот они отравлены, но почему-то я вот не вижу на арене, чтобы это отравление очень хорошо работало. Может быть, оно работает, но не так, как хотелось бы на самом деле. Куда ты, блин, похитил, на все-таки? Энергию меня похищает, гаденыш. Отдай все это. Так, давай, паф, вставай сюда. Мы с тобой пока вот здесь вот мины влепим. Техники пока нету, слава богу, да? Пока никто сюда из тяжеляков, так скажем, не идет. Ладушки. Так, вот это вырубаем. Паф, пускай здесь стоит. Дейзи. Вишневая бомба. Козырно. Давай сюда влепим. Слушай, ну Дейзи на самом деле очень хорошо. Вот они, когда их много стоит, они все выпускают вот этот вот дым ядовитый, да? Которых останавливает. И это круто на самом деле. Так, паф, давай вставай сюда. Блин, я его не поставил. Так, сюда мы вот так вот вжарим. Опять меня немножко здесь стесняют. Давай-ка вот сюда в кучу прям поставим мину. Точнее, мина, бомба, я уже путаюсь. Так, забираем всю энергию, сворованную этим фиговым магом. Или кто он там, фараон? Да, он фараон, по-моему, да? А если я вот так сделаю? Сейчас бумкнет. Слушай, а мы по очкам-то с тобой здесь проигрываем? Вот что я тебе хочу сказать. Да, друзья мои, радоваться рано. Когда такой проигрыш идет. Мне его не догнать, прикиньте. Что он там такое делает? Неестественного, а? Что я вот так вот... Нифига он там хапает, ты прикинь. Как он это делает? Уже полляма заработал. Что-то странно, как ты так делаешь? Четыришь там что ли? Нет, он может такое делать, если у него прокачанное обалденное растение. Не то, что тут у меня какой-то шифпотреб, а серьезные, действительно нормальные растения. Сейчас глянем, нам покажут, с кем и чем он там дрался. Так, давай глянем. Да у него ничего тут особенного нету. Луковица.
Морковка, точнее, защитник. Как? Вот этим он смог меня переплюнуть. Я не понимаю. Я действительно не понимаю. Так, естественно, ребята, я трачу 20 гемов. Я хочу получить эти две пиньеты. И все-таки мне интересно, как кокосовыми пушками можно заработать кучу очков на летающих зомби? До меня не доходит. Ребят, если кто знает, напишите в комментариях. Так, ну что, я оставляю, наверное, свою старую команду. Старую команду. Как вот... Я не понимаю, как он мог вот... Ну, выставил он, и что? Не, ну, в принципе, если она наносит массовый урон, ну, извини меня, у меня тоже есть массовый урон. Причем неплохой. Это мина. Это мина. Может быть, нам нужно с тобой взять преимущество? В самом-самом начале. Поэтому сделаем вот так вот. Так, и вот сюда вот влепим рядочек перестраховочный. Поехали. Я жду вас, зомби. Я вас жду. Вперед. Смотри, сейчас взрывы. Бумс, бумс. Отлично. Так, дейзики пошли. Дейзики пошли. Так, это я все забираю. Сделаем с тобой так. Пускай там паф этот стоит. Фига там бумкнуло не по-детски, если честно. А ты-то какого фига, голодранец, здесь взялся, а? Объясни-ка мне. Идет он такой в наглую, в развалочку, понимаешь ли. Пришел как к себе домой, так. Офигеть, взрывы. Просто офигеть. Так, вырубаем эту тачку. Дейзи. Нина. Пошла, 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 пошла. Что-то как-то хиленько там бумкнуло, если честно. Давай дальше. Вот, вот это я понимаю, взорвалось. Это я понимаю, взорвалось. Так. Тут надо, знаешь, кого контролировать? Бомжей. Вот этих вот, которые любители перепрыгивать. Которые любят перепрыгивать сзади моих растений. Вон он, крадется, гаденыш. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя нет, мы его подбили. Давай вот так сделаем. Че, он не встал-то там? Вырубить эти машины все к ядрене фени. Слушай, по-моему, я понял секрет. Надо действительно брать преимущество. И тогда все вроде бы как нормуль получается. По очкам мы уже с тобой нормуль так идем, если честно. Я даже сказал, очень хорошо идем. Так, ну полмиллиона до сих пор еще я не набрал. Пол лямчика еще пока нету. Хотя я стараюсь. Че-то нифига. 34 секунды, ну. Давай сюда вот бумкнем. Так. Сюда. Сюда. Все равно 21 секунды я не могу, ребята. Я не успею просто-напросто набрать нужное нам количество. Хотя, смотри, 520 тысяч. Слушай, вполне реально. Вполне реально. Если честно, это все можно. Надо просто брать преимущество. Вот и все. Фу, но тут небольшой... Ой, точнее, большой отрыв получился у нас. Так, что он там? Зачем он? Вот это вот зачем он применял? Я не знаю, друзья мои, если честно. Я считаю, что это глупо. А вот про это растение я ничего тебе не скажу, потому что нет у меня его. Ну и посмотрим, что оно выпадет из этих пиньят. Ну-ка. Ага, и все? Опачки. Виолет могу прокачать. Ага, и магнит. Магнитный гриб. Ладно. Так, дальше мы с тобой идем опять. А, 2000.
Потом пиньяты, потом конфеты, потом опять пиньяты. Какое место я уже занимаю? Седьмое. Что у нас тут? Прокачка Виолет. Где Виолет у нас? Где у нас Виолет? Она? Стоп, а где же она? Хм. Виолетушка, вот она. Сколько? Прокачиваем. Слушай, а прикинь, если я возьму Виолет в команду, а? 5000. Лунный цветок. По прокачке стоит 5000, ничего себе. Вот у них ценники-то здесь, друзья мои. Это просто... просто нереально. Так, у нас с тобой еще есть 3 перчатки. Раз, два, три. Доберемся с тобой до конфет сегодня, да? Попробуем добраться и отвоевать эти конфетки сладкие. Я не понимаю, почему мы за конфеты получаем мяту. Немножко как-то странно. Ну что, не будем, наверное, менять с тобой команду или будем? А если будем, то кого? Кого тут можно заменить? Блин, я мятой вот не пользовался, ребят. Вот серьезно говорю. Сколько ни старался, никак не могу ее взять. Не могу найти место в своей команде именно для мяты. Но получать я ее всегда люблю. Так, ну что, давай попробуем также с тобой взять через преимущество. Если этот фокус сейчас сработает, то именно в этом весь секрет. Взять, как говорится, больше урона на самой начальной стадии. Так, ну что, поехали. Let's rock. Ждем, ждем, ребята. Вот оно. Золотая жила пошла, как говорится. Сразу же берем с тобой, хотел сказать, преимущество, и не тут-то было, да? И не тут-то было. Так, тихо, 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 тихо. Блин, приземлились. Бубух, офигеть тут, конечно. Расколбас такой не детский идет. Давай сюда сделаем. Сюда. У меня уже нету... Ты прикинь, как быстро у меня закончились здесь эти картофельные мины наши. Твою же налево, ты представь. Так, отлично. Нам нужны Дейзи, Дейзи, Дейзи. Так, одна мина всего лишь в поле стоит. Как бедный родственник, ё-моё, а. Все, у меня удобряшек больше нету. Я не могу, ребят, здесь ничего такого сделать. Бомжи. Бомжи поедают мои Дейзи, не надо. Не надо такого делать. Так, это вырубаем с тобой здесь. Так, пока не в отключке, надо их бомбить. Вон, там он наверху, видишь, прошивится. Этот хуже всего, он толкает растения, ребят. Он толкает растения. Так, что у нас там по очкам? Пока вроде бы неплохо, да? Пока вроде бы неплохо. Блин, какая-то муха тут летает, назойливая, бесит меня уже. Жужжит прям, не могу, раздражает. Так, вот это все вырубаем с тобой, вырубаем. Ты бич. Так, давай-ка мы, наверное, еще с тобой вот так вот сделаем. Так, пав-бал. Давай сюда вставай. Блин, неужели этот пройдет охламон, а? Посмотри, двигается. Уверенно, как двигается. Так, пока мы его застанили. Все равно прорывается гаденыш. Так, вырубаем его, вырубаем, конечно же. Че на него смотреть? Так, забомбили. Паф, давай сюда. Ты прикинь, меня оппонент догнал. Он меня может даже перегнать сейчас. Может спокойно, в легкую. Может быть, не надо Дейзи брать? Она как бы замедляет. Нет, надо. Без Дейзи здесь будет фигово. Без Дейзи тут будет, ну, вообще не айс. Так, пока у нас 600 тысяч, да, у противника 500. Отсчет пошел, пошел, пошел отсчет. Так, 5 секунд. Мы держимся молодцом. Отлично, ребята. На 130 тысяч мы опередили. Ух ты, смотри-ка, у него вишня 3-го уровня. Нифига себе, электрокамыш 4-го.
Я тебе скажу, что он здесь нехило, нехило мог бы меня сделать. Но, видишь, все-таки я умудрился его опередить. Так сказать, на повороте обогнал. Так, сколько у нас с тобой? Еще, по-моему, две перчатки. Да, две перчатки, и у нас пинета. Погнали, погнали именно за ней. АД, АД. Так. На дворе темно, ночь, друзья мои, поэтому я играю шепотом. Понимаешь? Играем с тобой шепотом. И поехали. Будем также брать преимуществом. Кто, как говорится, первый набрал дюжи количество очков, тот, как говорится, и в куражах. Другого объяснения не могу вам предложить. Давай еще вот так вот сделаем. А, красиво. Вот они, хлопушки. Заиграли разными цветами. Ну давай, 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 давай. Взрываемся, взрываемся. Не стоим на месте. Так. Дейзи, пав. Пав, давай туда, вставай, конечно же. Так, этих хохломонов нужно подбить. Пумс. Нормуль. Так, вишня. Взрывается. Так, я, наверное, пока не буду тратить. Да что ж такое, уже появились. Давай делать вот так. Пав балл оставим сюда. Блин. Хотел, но не стал. Не стал, ребята, тратить пока халапеньо. Пока не стал. А вот теперь, наверное, нужно. Так, это кто? Это понятно, это первобытный зомби. Вот здесь надо вырубить все это дело. Поставить мину. Поставить пафа. Так. Вишневая бомба бомбанула. Так, эти идут. Слушай, меня противник хочет уже перегнать. Я вижу, как он хихикает мне в лицо. Нет. Ну зачем этот бомжара сюда пришел? Ну, ребята, кто его звал, а? Явился, блин, не запылился, а? Чебурек фигов. Тут еще куча машин этих идет. Как вот с ними мне справиться здесь, а? Ну вот как? Что-то у нас по очкам. Фигово все, по очкам у нас. Бух, шикарно. Так, разрулили здесь ситуацию. Так, пав-бал, давай сюда вставай. Очень много дейзи уничтожили меня, прикинь. Что такое, что это, как будто дождь какой-то бомбит по крыше. Слышишь, да, звук? Все, меня противник практически обогнал. Ну, да, сейчас обгонит он меня. Сейчас он меня, друзья мои, обгонит. Уже вот-вот, уже почти все. Дышит в спину мне. Что я могу здесь сделать? Вот так вот, если только бомбануть. 30 секунд. Я держусь на соплях, грубо говоря, здесь. Сейчас он меня уже догонит и перегонит. Давай, пав-бал. Как он так вот, вот как он берет преимущество, ребята? У-у-у, все. И это на последних-то секундах. И это на последних-то секундах. Ты серьезно? Твою же налево, а. Так, давай посмотрим, что он там сделал. То, ну нифига себе ты. Да, ребят, тут смотри. Четвертый уровень. Пятый, пятый, четвертый. Это нереально было. Как бы я ни хотел, у меня бы не получилось бы его здесь выиграть. Ладно. Последнюю перчатку трачу для того, чтобы получить вот эту пиньету. Ну, я считаю, что несправедливо немножко подбирает нам противников, да? Если ты имеешь какие-то там растения, экзотику, так давай ставь первого, второго уровня. Нафига брать четвертого, пятого? Зачем мне таких противников надо? Я так никогда в жизни не выиграю у них. Причем он не брал даже вот этот вот персик. Может быть, мне тоже не надо было брать персик, а? Может, я и без него бы справился? Нет, я бы не справился. Какая-нибудь мята есть, которая действует на эти мины? Да мне кажется, нету. Прикинь, мята срабатывает на мины, и мины бомбят не один раз, а там
по 10 раз взрывается. Вот это было бы шикарно. Это было бы круто. Сейчас еще рядок снесут мне, да? Ну, а как ты хотел? Конечно, снесут. Не один рядок тебе снесут, а целую кучу рядков. Целую кучу рядков. Так, ладно. Хватит плакать. Надо играть. Ё-просто, тут-то... Тут-то как ты мог упустить? Давай, взрывай срочно их. Есть. Есть контакт. Отбились. Паф, давай там, делай свое дело. Сюда, наверное, поставим с тобой, да? Ух! Господи, ты смотри, сейчас у нас с тобой... Да... Вот это как-то нелепо было сейчас пропустить столько вражин мимо себя. Это, конечно, непростительно. Я что-то засмотрелся, да не туда, куда надо. Вот в чем проблема. Так, делаем сюда. Применяем нашу удобряху. Вот это другое дело. Так, перец халапеньо. Давай вот этого шитика и подбить его еще здесь, чтобы он в отключке был. Чтобы он был в отключке. Что у нас там? По очкам вроде бы пока неплохо идем, ребят. По очкам неплохо. Давай сделаем вот так вот. И вот так вот. Дублировали, короче, мы нашу мину. Смотри, какие тут машины эти. Очень жесткие. Оу. Тихо, тихо, тихо. Ребятули, куда вы погнали всей кучи-то? Эй. Стоять, я сказал, бояться вам. Перец халапеньо. Помогло. Помогло нам это. Так, теперь делаем с тобой мину. Этот все ворует у меня энергию, ты посмотри, а. Жучара этот мелкий. Так, паф, давай. Останавливай их. Хоть на долю секунды, но все-таки. Смотри, сейчас я в легкую набрал 647 очков. Как это работает, я не пойму. Тут 500 тысяч не мог взять, тут уже почти 700. Ну вот как это? Как это можно объяснить, а, друзья? Есть у тебя объяснение? У меня нету. Так, подожди, перец халапеньо вот сюда вот. Да не туда, ты его немножко... А! Ладно. В этой куче фиг разберешь чего. 12, ребят, секунд, у меня почти 750 тысяч. Офигеть. Вот как так может быть, а? У меня нет никакого объяснения. Все то же самое, вся та же самая стратегия. Но, как видишь, результат просто... Причем чувак был неплохо. Смотри, у него луковица 3-го уровня плюс чертополох 5-го, и я его все-таки сделал. Хм. Дайте мне, пожалуйста, достойные пиньяты. Ну, пожалуйста, ну. Опа. А в такого растения у меня, к сожалению, ребят, еще нету. Жаль. И чеснок. Ну зачем мне чеснок? Гарлик. Чеснок — это самое последнее, что я хотел бы получить, если честно. Лучше орех какой-нибудь, чем чеснок. Вообще не понимаю смысла этого чеснока. Так, ну что, ребята, с ареной мы сегодня закончим. Нам остается... Ну, там не очень-то, в принципе, и много, да, чтобы получить 20 пиньет. По конфетам у нас с тобой 60 штук. Так, есть какие-нибудь задания? Ага, выполнили. Окей. Здесь тоже забираем. И тут конфетки, да? 62. Так, ивенты. Тут 2 конфеты и тут 3. То есть 5 конфет еще в плюсе, да? Ну что, давай сыграем. Посмотрим. Заодно сейчас испробуем с тобой вот эту вот как раз ядовитую мету. Как она будет работать. Оу-оу-оу, тихо. Ну что, поехали, начинаем с бобовых. Такой тин-тирин-тирин маленький. В памперсе, понимаешь ли. Так, гриб. Шурши. Замечательно. Еще один грибок. Давай, сдувай, сдувай их. Ставим сюда. О, нет, только не игровые автоматы. Ё-моё, это же эти чудики.
Блин, сейчас начнется. А где мята-то ядовитая? Вроде бы говорили, что вы можете испробовать и... А, вот она. Ну и как ты работаешь? Покажи, пожалуйста. И что? Что происходит? Я не могу понять. Что она делает? Вот, это, кстати, растение, которое я хотел посмотреть. А что делает-то? Ни черта не понял, если честно, что оно там делает. Не врубился. Что-то пык-мык и все. И действие закончилось. Так, а что вот это растение? Я не могу понять, что-то оно... Что-то бросает, да, вроде бы как? А, ядовитые облака... Нет. Что-то влюбляет их, что ли? Что происходит? Давай, 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 уничтожаем их. Вау, гаргантюаха идет. Гаргантюаха идет, друзья мои. Так. Надо сюда влуплять срочно. Давай, 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 сдуйте его, пожалуйста. Этого гаргантюа. Так, а вот здесь ты зачем сюда пришел, а? Хмырь мелкий. Ну-ка сдунься отсюда. Слушай, победа уже за нами. Победа уже за нами. Вот, честно говоря, я так и не понял, что она... Она, по-моему, усиляет все грибы. Все грибы, да? Скорее всего, всех ночных жителей. Ну, то есть, грибы у нас ночью же, да, как бы появляются. Вот, по-моему, она их усиляет. А при чем здесь тогда бобовые? Странно. Странно, интересно, на самом деле. Так, хорошо. Мы с тобой получили конфеты. Так, давай. Давай, давай сюда мне мой приз. Так, друзья мои, что еще мы можем с вами здесь замутить хорошенького, а? Эпический квест пивбала. Поехали. Поехали, почему бы и нет? Тем более эпический квест. Сейчас мы глянем, что тут эпического. Ёпарасоте. Серьезно? Ты серьезно, что ли, блин? На одних пивбалах я должен играть? Да ну, хорош. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Эй! Нет, ребята, они не издеваются. Вполне серьезно делают. Слушай, ну... Слушай-ка, погоди-ка еще разок. Так. Подожди, мне... Да нет, смотри, оно очень быстро довольно-таки уничтожает их. Почему-то на гаргантюа это не действует. Слушай, а что будет, если я пивбала... Не успел, да? Нереально успеть пивбала... Как тебе сказать? Испытать. Так, пускай идет. Сейчас мы, ребята, с ним разберемся по-другому немножко. Ну-ка, так мы его можем? Ну, что ты думаешь? Такой довольный, думаю, сейчас пройду. Ага, фигушки тебе, парень. Фигушки. На-ка. Ага. Вляпался. Вляпался, хламон. О, тихо, курица-то зачем здесь? Блин! И как это должно сработать? Как? Это бесполезно. Блин, я, по-моему, не пройду этот эпический квест. Я не смогу его пройти. Бум, сломай. Ему бы все ломать бы, а? Ну ты что тут? Блин, подожди. Ну куда ты идешь-то, а? И еще один, ну зашибись. Че, ребят, придется применять? Другого варианта я не вижу. Да, если бы это еще как-то хоть помогло бы, блин. Бумс. Ломатель фигов, а? Так, куда брях, а? Я буду их вот так вот, ребят, тогда станить всех. Как вариант, да? Нет, 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 не надо.
Вы издеваетесь сейчас, что ли, надо мной? Я не могу понять, а? Что это за фокусы? Блин, еще эти там хламоны. Трави их срочно. Так, окей. Окей. Слушай, ну вот эти вот зомби быстро умирают от отравления. Блин, опять курицы. Опять, друзья мои, там собираются курицы идти. Бежать. Очередная партия гаргантюа идет. Понимаешь, очередная партия. Так, куда бряха? Надо вот сюда везде поставить шипы, чтобы, если вдруг эти курицы побегут, чтобы не пробежали они здесь. Окей. Сейчас буду их травить по-черному тут. Так, стопы, стопы, стопы. Этот пройдет или не пройдет? Да, он не должен пройти. Он не должен тут пройти. Так, секунду. Сделай с тобой вот так. Этого сюда. Хотя, подожди-ка, может быть, вот так вот нам поможет. Куда эта мелкая-то собралась? Ага, все, подбили мы ее. Шипы, 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 шипы. Бомбите, бомбите, бомбите этого хмыря. Так, шипы сюда влепим. Все, своих осьминогов бросает, а ты посмотри. А что я делаю-то? Вот что мы можем с тобой. И все. Слушай, подожди, это был только первый бой у нас, да? Твою ж налево, это был только первый бой, а там нужно 5 боев. Они меня хотят развести на монеты. Я уже их понял. Так, ну что, друзья мои, попробуем еще разок. Вторая миссия у нас здесь. Собрались. Так, орехи. Зачем тут нам орехи? Прикинь, сейчас такой, выиграй одними орехами. Вот я посмеюсь. Так, подожди, какие-то крокодильчики ползут, зомби-крокодилы. И зачем? Так, давай-давай-давай-давай их всех бомбить. Я не знаю, поставлю вот сюда орехи сзади. В чем прикол-то? Почему одни орехи-то даются? Давай-давай. Бомби их. Так, сюда, может быть, мне дадут мяту? Угу, дадут, еще раз потом дадут. Мяту, разогнался, а? Так, монетки, удобряшки. Слушай, ну пока нормуль. Пока нормуль, терпимо, все вроде бы. Вот этого. Ай, классно, как он, смотри, жарит. Да, что-то упало, рухнуло что-то. А маги, как всегда, за свое, да? Ну-ка, давай магов этих. А, тут короли появились. Ну, что за дела, думаю? Королики тут у нас вышли. Вон они. Что? Так, ну-ка попробуем вот так вот сделать. Окей. Давай вот так еще. Все травим. Все поле абсолютно травим, да? Твою ж налево появился, блин. Ну, ты видишь, да, кто идет там? Два гаргантюахи. Два, друзья мои, гаргантюа. Так, а ну-ка. Окей. Не знаю, целые пули мы с тобой сейчас. А я ведь могу их сдуть? Могу. Так, еще разок. Нормулька. Так, погоди, погоди, бабка, ты куда идешь? Куда ты идешь, спрашиваю, а? Есть контакт? Орех поставим сюда. И вот так вот. Давай, 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 родные мои, уничтожаем. Осталось тут всего два гаргантюа. Есть, синхронно упали. Слушай, ну мы справились. Хм. Так, забираем с тобой монетки. И двигаемся дальше. Сейчас будет у нас с тобой третий бой. Третий бой. Постараемся не оплошать, не упасть, как говорится, в грязь лицом. Будем стоять до последнего. Ё-моё.
Егори Форти, Фернити, а? Что ж там происходит? Да ну, блин, еще эти серфингисты идут, а? Ай-яй-яй-яй, непорядок, друзья мои, непорядок. Че, вот только их, что ли, мне дадите? Да ну. Вы издеваетесь, а? Так, а вот это вот нам пригодится, вот это пригодится. Так, мы пока не будем их тратить, это сдуваем и замораживаем зомбарей, так что пока все под контролем. Вот это вот, конечно, вот это вот не нужно здесь. Вот так вот. Отравление же будет работать на него, да? Будет, куда он денется-то? Как вы долго эти доски там... Тихо, куда это ты? Парень побежал, нифига себе, сломи голову. Нашел, так сказать, простачков. Так, тихо. Эй, друзья мои, давай. Мне пришлось вот так вот. Вот так вот. Что мне это дает? Трындец. Что мне это дает? Сейчас, меня сейчас тут расколбасят. Наверное. Блин, еще эта медуза идет, а? Ты посмотри. Толкает свою эту скульптуру. Ладно, предположим. Я сделаю вот так. Ага. Так, этому не даем подойти, просто отталкиваем ее, и все. Также с этим поступим. Так, травить пока рано, да? А сейчас пора бы. Опа. Хорошечно. Опять этот спортсмен тут, блин. Идите отсюда нафиг, а? Что вы себе позволяете, я не могу понять. Сдуваем всех. Куда ж вы прете-то? Вот в наглую причем бегут. Ну посмотри. Так. Слушай, мы этого убили. Зомби-гладиатор здорового, да? Убили. Этих пока отбрасываем назад. И причем неплохо отбрасываем. Так. Давай. Надо, придется вот так сделать, наверное. Этих сдуваем и отравляем. Блин, опять этот идет со своим щитом, а? Ну а ты что стоишь тут радостно, такой довольный? Есть контакт. Давай вот сюда вот влепим. Фу, по-моему, будет победа за нами, друзья. Да. Справились. Это какая у нас была битва? Номер 3? Еще получается 2 боя, да? Каждый бой, ты сам понимаешь, все сложнее и сложнее. Так, ну что, переходим с тобой на 4-й поединок. Что не сделаешь ради пиньяты? Угу. Твою ж налево. Еще не легче, а? Ну ладно, давай посмотрим. Упс. Чуть-чуть не то, да, я сделал, получается? Чуть-чуть буквально. Так, еще и пираты. Еще и пираты здесь, ко всему прочему, идут. Так, травим. Вот так-то будут знать свое место. Охламоны. Слушай, этот, по-моему, быстро уничтожает, да, у нас? Пожирательная. Давай вот так вот сделаем. Может, травануть его? Раз не понимает по-человечески. Так, пираты, зомби Индиана Джонс. Так, тихо, что-то тут, по-моему, перебор уже идет, эй. Куда вы собрались тут все, охламоны, голодранцы? Давайте, горхострелы, бомбим по ним. Не даем спуску, блин, даем спуску.
Так. Толкун тут появился. Так, мне кажется, его придется, ребята, уничтожать. Именно про толкуна говорю, куда ты? Хотел толкуна уничтожить. Уничтожил. Угу. Уничтожил, называется, я толкуна. Так, придется нам, наверное, вот так вот все-таки сделать. Другого варианта я не вижу. Иначе нас здесь просто промнут. И здесь то же самое, кстати. А здесь уже нельзя сделать. Понял. Что происходит тут, а? Лютость какая-то происходит. Вот что я тебе хочу сказать. А, ты посмотри. Толкает и толкает. Толкает и толкает. Так, уничтожили мы с тобой один. Так, давай вот здесь вот траванем. Блин, ту газонокосилку я не могу использовать. Никак. Ну ладно, их сейчас подобьют. Этих тоже подобьют. Ну вот как-то таким образом, без потерь, одним словом, друзья мои, ну не получается. Хотелось бы, но никак. Траванем. Так, дай сюда. Еще раз траванем. Перестрахуемся. Все, выиграли, ё-моё. Так, ну что, у нас 2500 с тобой монет. И последний бой. Последний бой. И он будет очень-очень жестким. Так обычно всегда, ребята. Получим с тобой 50 пуф-баллов, если пройдем с тобой этот ивент. Ну, это задание, этот квест. Какой квест? Челлендж, можно так назвать. Так, ну что же. Ёпперзи. Кто там все виды Гаргантюа, по-моему? Все абсолютно виды. Пошли, 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 топтуны. Твою же налево, а? Кто это такой? Что он делает? Давай отравляйся, уже идет в наглую. Пью. Что это за... Да хорош. Блин, так... Он идет, 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 идет. Так, лук, помогай. Мне кажется, это бесполезняк какой-то. Просто какой-то бесполезняк. Кто там еще скачет у нас? На коне лихом, блин. Не надо, парень. Трындец. Так, ну-ка давай, дыхни там им. Зловоночки. Может, хватит? Эй, хомяки, или как вас там? Сурки, барсуки? Как вас там назвать-то, я не знаю. Так, секунду. Мята, 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 ребята. А она что, она не для... Она тут не фурычит. Все, у меня деньги кончились, я понял. У меня, друзья мои, кончились финансы. А это говорит о чем? О том, что я сейчас просто сфейлюсь. Я сейчас просто проиграю, вот и все, ребята. Этот ивент я пройти не смогу. Зачем вот эту мяту здесь дают, если от нее толку никакого вообще? В чем прикол-то? Давай ты их останавливай там. Этот еще идет, прикинь. Что там за пшикало, за фыркало? Вот этот зомби, ой, зомби, этот у нас опасный чувак. Робот этот, я его помню. Помнишь, мы его как-то битва за Нейборвиль пинали. Лютый был чувак, лютый. Что творит, а? Пожиратель. Друзья мои, сейчас будет волна. Сейчас будет волна. Достал вот этот хмырь меня. Как-то его надо уничтожить очень быстро. Твою же налево. Травим.
Нет, бомбят они, конечно, неплохо, мне нравится. Ну вот это вот, вот зачем мне вот дали эту мяту, которую я даже не могу воспользоваться. Я вот этого не понимаю. Ты же извини меня, но я этого не понимаю. Че от нее толк какой? Трындец. Просто трындец. Ну что происходит? Армада зомби, просто гаргантюашек вышла на меня. На одного. Я тут отбиваюсь как могу. Сюда поставим. Сюда. Слушай, а по-моему, мята сама по себе действует, да? То есть, если на нее наступает, она как бы активируется. Вон, видишь, она стоит. Пш, лопнула. Сейчас, по-моему, и я так же лопну. Лопну или нет, как думаешь? Все шансы на то, чтобы лопнуть. Да ладно, не может быть. Я не верю своим глазам. Куда ты пошел? Есть. Друзья мои, а мы прошли с вами этот челлендж. Угу. Я, правда, все деньги потратил, но обещанные 50 пуф-баллов я все-таки получил. Ать, красота, красота. Слушай, ну он действительно неплох, неплох. На арене, ой, на арене, вот именно вот здесь, на прохождении. А на арене почему-то он как-то себя не очень хорошо проявляет. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!